Сорт томата «Харцак желтый». Это высокоурожайный, среднеранний, высокорослый биколор. Плоды вот такого вот желтого цвета, слегка розовый румянец сверху. Но при полном созревании плоды становятся практически полностью розовые. Этот сорт салатного предназначения. Плоды бывают от 100 до 150 грамм. И растение высотой 1,5 метра. Этот сорт хорош в салатах. Также можно приготовить отличный соус. Также этот сорт очень красиво смотрится как ассорти с другими томатами в банках. Подходит для цельноплодного консервирования. Вот так сорт выглядит в разрезе. Многокамерный плод, очень сочный и очень мясистый. Розовая серединка, разводы такие вот. Сладкий по вкусу, очень всем рекомендую. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить видеообзоры, которые мы будем снимать для вас дальше.